Все, мы начали. Шафигуллина, Фания Шайхуллина. В годы войны я была в Самарской области, есть там село такое, Камышла. В школе училась. В 41-м году я закончила 6-й класс. И сразу же нас уже мобилизовали на работу в колхоз, потому что абсолютное большинство ушло на фронт. Уже взяли с первых же дней войны. Слушали первый день объявление о войне и слова Сталина о том, что наше дело правое, мы победим. И вот я потом попозже скажу, и вот его слова, написанные на медали, которыми нас наградили за труд в годы войны. Наше дело правое, мы победили. Победили мы потому, что, во-первых, страна была единой, никаких разногласий не было. Внутри страны, в нашей стране, жили очень много различных наций, но никто не разбирался в нациях. Был единый монолит, единый народ, который имел единственную цель – победить фашизм. И поэтому сила была большая. И молодежь, и старая молодежь добровольно просилась на фронт. А мы остались, девочки, в колхозе, колхозников не стало. И мы в основном делали дело, которое делали взрослые колхозники раньше. Сеяли, убирали хлеб, пропалывали огромные поля вручную. А ребята пропалывали поля, пропахивали поля, и они выращивали урожай. Закончили? Нет. Я понятно, могу это снимать?